Хочу порекомендовать вам группу ВКонтакте Raid Gamers. Обзоры, гайды и прохождение компьютерных игр. Я подписался и вам советую. Здрасте, ребятишки. С вами Рирс. Продолжаем играть в Ark Survival Evolved. И начнем серию с одной замечательной такой штуки. Если вам нужно много навоза, то для этого вам понадобится свинюшка вот такая. И дохренища стимберри. И просто закармливать до смерти этими стимберри. Главное не переборщить, ребята. Я и прокачал дофигища еды, чтобы можно было побольше в него засовывать этих ягод всяких разных. Ну вот начинает она просто срать как из пулемета. Это говнище мы берем и собираем, значит. Вот так вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И по каточкам раскладываем. Заканчивается у нас уже... как они называются-то? Фертилизейшены. И приходится нам заново закидывать в наши турейки этот замечательный продукт. В общем, вот так вот это выглядит. Жопа у нее просто огненная будет после этого. Горит очаг у нее потихоньку. Смотрите просто. В разные стороны. Ай, наркоманская свинья. Ну хоть какая-то полезная функция у нее есть. Раньше мод на нее делали, что она могла файбер собирать. Это до того, как появился вот такой вот замечательный чувак, который в автономном режиме может собирать файбер. Вы его ставите на вендринг, и он идет и собирает все, что видит. Также могла и свинья. Только без вендринга вы сами на нее садились, подходили к травушке, и вместо травы она собирала дерьмецо, хотел сказать. Собирала файбер. Давайте я на паузу поставлю, закину все катки, и мы продолжим дальше наши увлекательные приключения в этом замечательном мире. Ну что, значит, все готово. Забил я, значит, все катки какахами. И немного металла пофармил опять. Пока плавится металл, пойдемте приручим овераптора. Почему бы и нет. Есть у нас все для этого. Возьмем сейчас птицу какую-нибудь. Зозо. У нас самая прокачанная, ее возьмем. Давай, Зозо, сюда тусуй. Опчики. Миска в тебя надо положить, да? Сейчас положим, чтобы ты яйца не жрала. Положим миска. Сейчас закроем сначала это все дело, чтобы не мешалось. Миско можно отсюда взять. Хорош, птица. Ты хорошо себя проявила. Сиди здесь. Так, вот в этом у нас наркострелы лежат. И арбалетные штуки. Ну, возьмем лук. И 50 стрел, думаю, хватит. Что еще у меня лежит? Да ничего больше интересного нету. Блин, ночь. Ну какого хрена ночь? На самом интересном месте. Ох, нужно нам каким-то чудесным образом найти здесь овераптора в куче убитых животных. Спинозавр нашелся сам по себе, но он нам не нужен сейчас. И спинозавр это 44 левела. Тоже маловато. Был бы сотый, может быть, и приручил. А вот овик нам прям нормально так зайдет. И загончик для него придумаем какой-нибудь. Вообще нормально все будет. Я недавно здесь убил одного овераптора. 44 левела, правда. Но нам такой левел не нужен. Нам бы поменьше что-нибудь. Какого-нибудь прям вообще мимимишного левела. Наркоту-то я не взял. Отсобрался, блин. Ничего не взял. Ладно, мы его сейчас скинем туда в загон. Пусть он там сидит. Загоним для привлечения. Если мы его найдем сейчас.
Что ж все через жопу-то делается? Ладно, в этих местах он должен обитать. Но не обязан, видимо. Ну, давайте слетаем, посмотрим. Кенгуру еще живут на том острове. Али, все. Перенесли их в другое место. Не появилось ли там озеро? А, нет, я туда не полечу, там это место чертово, где животные пропадают. Не хочется. Так, что тут у нас? Вот Муроски переехали недалеко, да? И хотенка нашего подписчика. Нету что ли здесь? Может вглубь в болото пойти? Или на нашей горе посмотреть? Может он там бегает еще? Погнали посмотрим. Сейчас, блин, опасно летать на живот. По непроверенным маршрутам. Вдруг сдохнешь опять. Опять админа подтягивать. Чтоб он восстанавливался. Печально, печально. Блин, овики. Выходи. Сейчас мы вас найдем, не переживайте. Вот на ту сторону слетаем. Это кто? Поселился здесь. Соседи. Ну окей, соседи. Вот он, Овик. Нет, это... Дело чертово. Там додики. Никого вроде не видно больше. Бронтозавр. Так это что за хотенка? Пугало. Ребята, ну не стройте здесь. Я запарился. У меня по квест-логу, по трайп-логу, смотрите, сколько трупов. Все от турелек. Не понимают люди. На птере взлетят сюда, ба-ба-ба-бах, и нету пацана. Патроны только тратить на них. Вот чувака зарейдили. Какие-то ребята. Вот здесь жил. Подвели, короче, к нам. Животных, видимо, специально, не знаю. На турельки их напороли. И они подохли об турельки. Такие дела. Подставы мутят всякие. Отморозки опять здесь понастроили. Вот он. Дело. Они похожи чем-то. Овики и Дила. Ну где же ты, дружочек? Чик-чирик-чирик. Птицы только летают. Вот птиц бы нам приручать, маленьких диморфродонов, кучу целую. А рапторы здесь что-то трутся. Может там альфач где-нибудь неподалеку тусит? Я бы не отказался сейчас от альфача. Нет, здесь просто рапторы. Улепетывают куда-то. Сейчас, может быть, найдем еще металл здесь на этой горе. О, еще один карна. А, это трайк. А похож был. Сколько до рассвета? Только полночь. Какие-то ночи длинные сделали опять. Либо просто кажется так. Когда хочешь, чтобы побыстрее она прошла. Она тянется медленно.
А когда не хочешь, чтобы она заканчивалась, когда ты собираешь подарки сраные, новогодние, она уходит просто в лед. До одного долетаешь, и уже рассвет. Так, ну так дела не делаются. Нужно было превращать, когда они были на месте. Где-то здесь я Вовика одного ушатал. Кицалем. Не хотел, задел его случайно. Как бы бился с компи. Оверруптор. Выходы. Я ж тебя найду. Что там? Рассветом так и не пахнет. Ну да, то же самое место. Рупторы. Лететь сейчас за ними хрен знает куда. Так не хочется. Может, тут где-нибудь ходит? Только мухи летают. И диморфодоны. Ничего больше не видно. Сколько у него скорости? 125%. Пипец, она медленная. Не, рассвета ждать придется. Я тут ни хрена не увижу. А вон кто. Да Дила по-любому. Ну конечно же. Ну здесь точно никого нету. Погнали на ту поляну, неподалеку от нас, которая. Летуны космические всякие летают здесь. Вот по-любому Овика лупит. Во все щели там. О, это армия компи нападает. Смотрите, как круто смотрится. Свет, да, музыка яркая. О, жесть. Во-во-во-во-во, новый зал. Офигенно. Туретт и Волвет. Картинку видел там. Где эта старая картинка с арком. И там баба на рапторе, мужик на коте с автоматом. Там вместо котов турельки, вместо бабы турельки. Везде, короче, одни турельки на этой картинке. Так оно и есть, блин, тут сейчас война турелек идет. Потому что рейды сумасшедшие стали. Затратные по ресурсам, пипец вообще, а выхлоп с них минимальный. Вот что они, значит, сделали с офлайн рейдингом. Вообще просто рейдинг убрали из игры. Ну, топ, я имею в виду топ-планы. Топ-планов, если рейдить соберешься, то по-любому там потратишь больше, чем в них есть лута. Да только если мстить. О, металл нашел. Брать не будем. Это, видимо, резнулся. Потому что здесь какой-то дружочек тоже подфармливает. Фармлю, значит, металл, никого не трогаю. И слышу в наушниках. Привет! Привет! Привет ему говорю. И все. И разошлись.
Весело, да? Охрененно просто. Вот этот эпик серия будет. Что лучше? Ну, Рамшаку. Нормас, сойдет. А у меня по плану, знаете, что было? О, там, по-моему, овик. Не, они бегают. Это дело. По плану было быстренько оглушить Ови, и пока он приручается, построить загончик для него красивый. Чтобы он там просторно бегал. Такие дела. Типа как у дудошек. А можем в загон к дудошкам его кинуть. Смотри, какой радиус у него будет. Придется скорпионов тогда сюда перетаскивать, на эту сторону, где дудошки сидят. Ладно, расцвело вроде. Теперь можно и поискать. Давайте на ту гору слетаем. Где тут у нас? Так, вон там, по-моему. Она находится. Да. И там посмотрим, там по-любому есть овик. Да не один. Ну, можно по пляжу здесь лететь, в принципе-то. Все-таки залечу к этим. На остров. Это невезение. Надеюсь, не просру никого. Сейчас с такими вот окольными путями облетим. Посмотрим. Сейчас хоп, овераптор. Так, что за постройка там деревянная? Лолик. Давайте пообщаемся с ним. Костер горит вроде. Эй, есть живые? Прием. Алло, алло. А, вот он. Привет. Как дела? Овераптора не видел здесь нигде? Эх, жаль. Надо тебе, может, что-нибудь? Оружие железное. У меня нет ничего. Держи, подарок тебе небольшой. Птера затанет. Ну ты смотри, если я его оглушу, то он будет моим. Тут такая, так игра устроена. То есть тебе самому надо его оглушать. Ну, как тебе помочь? Стрел тебе дать? Давай тебе стрел дам. Вот тебе за глаза хватит. Возьми стрелы. Вот лежат. Так усыпить помочь или не усыпить тебе помочь? Какого рода помощь? Усыпить, окей. Ох, ну, пойдем усыпим. Лук-то есть у тебя?
Сейчас поможем пацану. Если найдем, конечно, птеродактиля здесь. Где-нибудь вообще. А вот он, это чертов дом. Где у нас птицу ваншотит. О, вераптор. Нужно будет на него вернуться сейчас. Но я запомнил, где он обитает. Я про вераптора, а не про чувака. Готов стрелять? Только по птице не попади. Во, давай, шмаляй прям, пока он застрял. Еще раз. Погнали за ним. Погоня. Да, печально это все. Не попадает немного. Сейчас он сядет, по идее. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам, как говорится. И промажь. Да падай ты давай уже. Ох ты, да твою-то дивизию. Какие же они наркоманские, это же да вообще жесть. Ну, ну попал же, я же видел. Че, у тебя стрелы закончились? Держи. Оглушай, пока он здесь стоит. Не, такого сложно будет оглушить. У него левел большой. Тебе надо поменьше какого-нибудь искать. Он с одной стрелы должен упасть. Этот с трех стрел падает. Погнали, какого-нибудь найдем сейчас. Хотя попробуй. Засади в него еще одну. Уж упадет.
Какой он прыткий-то, а? Че за похеру ему, по-моему, этому птеродактиле? Сколько стрел бы в него не всадили? Сколько стрел осталось? Понятно. Где дом твой? Далеко, недалеко. Не, это бесполезно, его так не оглушить. Его дротиками надо. Держи, больше нету. Вот 56-го левела, сейчас его попробуем. Если не получится, то я полетел, мне уже лететь надо там. В раптора превращать. Куда он делся нахрен? Только что здесь был. А, вон, ё-моё. Ох, в лесу это вообще жесть. А, вон стоит какой-то. На земле стоит. Во, вообще твой вариант, смотри. 20-й левел. А ты подожди, подожди, он сядет сейчас. Он попал же, видели же, да? Я попал в него. Во, садится. Где там чувак-то наш? Куда он делся? Да, печально. Что с ними наделали, с этими птеродактилями? Как их оглушать? Что за наркомания? Что за произвол? Ну-ка объясните мне, быстро. Как это делается? Этот какого левела? Четвертый. Во, смотри, 4-го левела. Вот этот точно упадет. Главное тебе попасть в него. Подожди, не, не, отсюда лучше не стреляй. Сейчас он куда-нибудь сядет. Сейчас его подкараулим.
Какой-то странный. Птеродактиль этот. Ну, в болоте-то печально будет ему приручать. Там и крокодилы, и бегемоты. Кашалоты. Ну, могу тебя здесь скинуть, но здесь опасно. Куда птер-то улетел? Во, шмаляй, шмаляй, шмаляй. Помер. Помер. Эх. Не помог. Смотрите, просто жесть какая-то творится. Так, где там у него дом был? Сейчас бы вспомнить. А, это флиппер, еще одна хата флиппера, подписчика нашего. Че, в рейдили что ли? Негодяй. Где он там, дружочек этот? А это дура от кого убегает? Восьмой левел у него. Ладно, не будем трогать. Кровать-то еще не поставил, ты друг. Давайте ящик сделаем, поставим рядом. Пускай забирается. Сколько-то надо дерева? Ну, по-моему, хватает уже. Ох, так, большой ящик сделали. Это книжный шкаф большой. Все сюда. Его же вещи. Его. Unlock.
Все, ладно, отправляемся уже, значит, за Овераптором. Его здесь растерзал по-любому. Ну, чертов, как тебе назвать-то, спинозавр, блин, взял и растерзал Овераптора этого чертового. Один чертовье другого. Четвертый. Во! О, Кай. Его загрызла змея, говорит. Печалька. О, да я ему сейчас птера отдам своего. Сейчас его самого такого простенького отдадим птеродактилю. Да и все. Так. Сейчас скажем им координаты, пускай забирают птеродактиля. И высадим вот этого овераптора. Наконец-то уже. И оглушим. Пусть он здесь сидит. Надеюсь, не выберется. Блин. Все. Тусуйся. Понятно. Сходу взял и ушел. Почему бы, мать его, нет? Во! Правильная жертва. Дохни. Сейчас мы Вовика куда-нибудь подальше закинем тогда. Раз такая пьянка. Чтоб его не растерзали турельки. Где-то там был у нас еще один загончик небольшой. Пускай он там сидит. О, бегай здесь. Сейчас дострою загон. По-быстрому, ребята. Ох, у нас серия опять долгая будет. Ох, веселуха. Запарюсь рендерить, опять будет 3 часа с половиной рендериться. А еще в 60 FPS пишу. Веселуха. Ух. Думал двух. Огляжу, один лежу. Так, значит, наркоту берем сразу. 180 хватит нам. И яйки, наверное, тоже сразу возьмем. Но яйки нам лучше брать... из того места, из другого. Ой-ой-ой, гига, тихо. Вот отсюда возьмем яйки. Яек нам хватает для приручения Овика. Хотя бы говнолевельного. Наберем сейчас всяких разных. Скорпионик остал, Тирекса возьмем еще лицо. Ну и додиков в довесок. Ходить можем? Можем, отлично. Погнали. Где там птица наша? Отлично.
А, я заделать же хотел, точно. Давайте хотя бы соломенный заделаем. Раз на то пошло. Сейчас файбера соберем. Хорош. О, можно деревянный даже. Хватает. Отлично. Даже две можем сделать. Так, главное, чтобы сейчас птица яйца жрать не начала. Это он не любитель. Этим позаниматься. Закрываем. И заделываем. Тут не заделывается, ну и пес с ней. Где там наш? Четвертого левела на голове. Супер мега ОВИ. Диско суперстар. Ушатали его, да? Не, вон он бегает. Отлично. Там еще и мартышка белая, смотрите. Где она? Вот она, сидит белая. Какого левела, блин? А, мартышка, какого ты левел? Куда вот она делась? Вон она в кустах, по-моему, сидит, да? Конечно же. Тридцать пятый. Не будем приручать. Какой-нибудь побольше левела в лаба было бы лучше. Вот и все. Получай. Вираптор чертов. Так, все. Смотрим, значит. Что там ему нужно? Так, наркоту берем. И яйки. Сначала такие закинем. О, так у него места-то мало. В инвентаре. Он столько яек не сдюжит. Лагает, лагает. Или чё? Сейчас дисконнект будет. Не надо дисконнекта, не надо. Да, случился дисконнект. На этой чудесной ноте, думаю, закончим эту серию. В общем, приручу его вне серии уже. Ладно, ребятишки, всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и нажимать рассказать друзьям. Всем счастливо, всем пока.